Сегодня 13 апреля. Яровая пшеница. Сорт Каликса. Первые всходы. Пшеница была посеяна 20-х числах марта. Норма высева здесь где-то 4-4,5 миллиона. Так выглядит. Глубина в пределах 5 сантиметров. Корневая система уже активно развивается у пшенички. Долго сидела. Предшественник здесь соя. Так что вот первые такие уже стабильные или уверенные всходы. Но все равно еще нужно приглядываться, потому что, допустим, вот здесь на обсеве, там где получилось чуть по загущине, вот эта полоса, она проявляется. А вот чуть дальше можно увидеть слегка такие строчки, но уже такие уверенные строчки. Так что пшенице понадобилось в пределах 20 дней, чтобы взойти. Посев яровой пшеницы, сорт Каликса, предшественник соя. Глубина до 4 сантиметров. Сегодня 20 марта.